Какими были межрелигиозные отношения во времена пророка Мухаммеда? Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах, был искусным политиком и опытным дипломатом. После переезда в Медину он создал декларацию «Мединское соглашение», которое регулировало отношения мусульман с яхуди, насрани и мушриками. Пророк, придерживаясь политики «одно государство, одно общество», объединял воюющие между собой народы и племена, закладывая тем самым фундамент прочного государства. Ислам признает существование на земле других религий. Человек волен в своем выборе, поэтому ему дается право выбора религии, которую он считает наиболее приемлемой для себя. В рамках Мединского соглашения пророк дал разрешение представителям других религий решать свои внутренние вопросы согласно их писаниям. Различные нации и племена жили в согласии и беспрепятственно придерживались своих религий. Но было одно обязательное условие, чтобы их деятельность не несла в себе угрозу мирной жизни и спокойствию всем жителям государства. Так пророк на первое место ставил мир, согласие и стабильность в обществе.